бьется сердце города. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Полный ход. Давай. И как домовой. Кто? Что-то есть. Лезет, лезет. А, старый знакомый. Здравствуйте, товарищ начальник. Здравствуйте. Ну, вылезай. Ну, что это, в самом деле, товарищи? Ну, кто это такой? Из багажа. Садись. Кто еще есть? Нету никого. Ну вот, знакомься. Известный арктический заяц. Как тебя зовут? Малибо. Как? Моли Бога. А, ну вот, моли Бога. Знакомьтесь. Охременко, врач. Три раза его снимал с корабля, на сей раз не усмотрел. Черт. Что мне с тобой делать? Отправить обратно, столько делов. На три дня сухой паёк, да и в шлюпку. Шлюпку? Шлюпку не надо. Жалко. Шлюпку жалко. Чё смеюсь? Отправлю. Лёня, как там насчет самолета? Самолета? Можно. Часика через два мы догоним корабль. Над кораблем я его сброшу. Да, а на корабль-то он попадет? Вот за это не ручается. А так что ж, сбросить можно. Ты плаваешь? Да ну вас, товарищ. Смотрите, парень чуть не плачет. Чего? Сама чуть не плачет. Ну ладно. Женя, корми его на дорогу. Леня, ты все-таки готовь самолет. Есть готовить самолет. Курт, а ты радируй, чтобы встречали. Пожалуйста, еще один момент. А шапочку-то придется снять. Ешь. Все равно не услышишь, что говорят. Ешь. А чего мне слушать-то? Вот я и говорю, чего тебе слушать? Ешь. Ты что же, ленинградский? Из Лозовой. Школу кончил и поехал. С Лозовой поехал? Да. Так.
Ну, а теперь, значит, приехал. Приехал. А то три раза доехать не мог. Все неудачно и неудачно. Но зато сейчас удачно. Ну, это еще неизвестно. Почему неизвестно? Известно. Да, это уже известно. А чего известно? Ешь, ешь. Ты что делать-то умеешь? Могу быть поваром, могу быть... Вот повар. Ну, все повара. Кирилл. Что еще? А стрелять умеешь? А как же. На школьном состязании выпускников гитару дали. Где гитара? Ее с собой-то нет, а вот. Ну, это ты мог и найти. Как найти? А вот. Запасли упорядок. Дано Петру Мартыновичу. Моли Бога. Верно. Правильно. А вот учился плохо, наверное. За Воркутку бегал? Вот уж не бегал. Ну как же, а в Архангельске? Чего Архангельске? А того в Архангельске? Вроде как. Так кто ж был после школы, товарищ начальник? Школу-то я вот кончил. Это по твоей части. О, отличник. Ну, а вот это что знаешь? Барограф тяжный. Товарищи, крупный ученый. О, брат. Нет, погоди. Ну вот что, отличник. Доедай, в баню пойдешь. А через год посмотрим, какой он отличник. Есть, товарищ начальник. Есть. Стой, стой, а ты песню нашу петь умеешь? Да насчет песни-то. Умеешь? А как же? Ну, а ну попробуй. Буря, ветер, ураганы, ты не страшен. Океан, молодые капитаны, поведут наш караван. Молодые капитаны, поведут наш караван. Раз отважно брали, принимая, выйдет бой, и с победой возвращаясь. Какие новости? Могу порадовать. Выдаю 10 дней отличной погоды. Беру все 10. Ошибки не будет? Не ошибаюсь. Тогда живем. Довольно, довольно, довольно. Ну, довольно, довольно. Резолюция отказать. Давай, давай, это сама возьму. Костей. Какие же могут быть в оладьях кости, а? Смешно. Человек, можно сказать, жарит оладьи. А тут прибегают и, буквально схватив за горло, требуют видеть ли костей. Как прикажешь, понял? Давай, мешок. На. Ну вот. Вкусно. Очень вкусно. Теперь уже звонишь по всему зимовью. А туда еще одну, то я никому не скажу. Ну, возьми вот эту маленькую. Чего? Приличная оладья, что там? Вахтенный! А снегу кто принесет? Чтобы это было мигом! Оборот как!
А говорить о ладе. О ладе первый раз слышу. Петр Мартынович, ну? А где оладьи? Какие оладьи? Никаких оладий нет. Товарищи, человек переменил профессию. И стряпает теперь погоду. Совершенно это... верно. А ты оладьи? По нашим предположениям, ожидается блестящая погода. Преимущественно умеренная до слабых ветвей флюидовой четверти температура от минус 15 до минус 7. Давление растет, приближается антициклон. Зюйт-зюйт вес. Как-как? Зюйт-зюйт вес. Вот тут ты, брат, поднаврал. Не. Как поднаврал? Сам ведь говорили. Мартыныч, Мартыныч, не позорь моих сидим. Ну вот. Что ты? Значит, получается зюйт-зюйт вес. Ну, конечно, моли бога в действии. А что, брат, дела? С тех пор, как он стал метеорологом, никакой возможности. Круглосуточная деятельность. Теперь, впрочем, ваш ученик послал вчера замечательный слов. Моя школа. А-а-а, Мартыныч. Ну, на вид оладьи зюйт-зюйт. Посмотрим, как давление. А это метеоролог. Спасибо, Женя. Редактор отмечает? А как? Сегодня, товарищи, мы имеем три сообщения. Первое. Частная радиограмма. Кому? Врачок-ремянка, разрешите огласить что-нибудь? Нет, я сама. Наверное, от мамы. Ой, нет. От мамы. Ну, читай. Мама. Угу. Миша. Ну, хорошо, пусть будет Миша. Ну, покажи-ка. Без вас? Ай, да-да. Ты. Мне нужна-то очень твоя телеграмма. Чем лучше. Теперь, товарищи, второе и основное. Прогноз погоды, данный нашим метеорологом Карфункелем, подтверждается всеми станциями. Мы имеем 10-12 дней хорошей погоды. Примите уверение. Ладно. Ну, вы сами понимаете. Это значит поход. Ура, ура, ура. Я-то раньше всех вас знал. О, во сне даже снилось. Ну, маршрут вам известен. Значит, южная Бать, затем по ледниковому щиту до восточной гряды и, наконец, Ялмако. Весь путь мы пройдем таким образом. 120 миль на аэросанях, 50 на лыжах. Аэросани в порядке. Рвутся в бой, товарищ начальник. Вот только смазку проверите, в порядке. Проверяй смазку, а мы проверим трассу. И нашу готовность на выносливость и быстроту. Через полчаса объявляю лыжный пробег. Есть, есть. Походим, значит. Хочу знать третье. И, наконец, третье и последнее. Узнаете после лыжного пробега. А я знаю. А что это? Что ты узнал? Чего знаешь? По лыжам! Женя, 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 догоню, догоню, Женя. Догоняю. Догоняю. Мартыныч, Мартыныч, поддай, поддай, Мартыныч. Давай, давай, давай. Давай! 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 Крепче
снегам твои сани без мотора будут ходить. Честное слово. Снега. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что если твои сани так поставить куда-нибудь на пригорочек, так чуть-чуть толкнуть, пойдут без мотора. Глупо. Чрезвычайно глупо. Что это такое? Сердитесь сегодня, а? Человек здесь, можно сказать, погибает. А вы шутки шутите. А что с тобой? Болит. Понятно? Что болит-то? Все болит. Вот тут болит. Тут болит. Вот здесь. Скажи, пожалуйста. Как я тебе доктора позову? Стой, Женя! Доктор. Болел. На что жалуешься? На все жалуюсь. Вот как? Ну-ка, я тебе температуру смерю. На вот. Ну? Не надо ничего мерить. Как это не надо? Не надо. Потому что я здоров. Ну так чего же дуришь-то? Дуришь. Я сани сломал. Понятно? Что ты? И что ты? Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тебе, а. Что же теперь делать-то, а? Слушай, Летникову надо сказать. Сказать. Легко сказать, сказать. А вот как сказать? Ну, хочешь, я скажу? Скажешь? Попробуй. Скажу. Стой! Хочу знать третье. Сейчас узнаешь. Саша! Так вот, товарищ. Ну? Сегодня мы будем иметь разговор. Можно тебя на минуточку? Что такое? Погоди, Женя. Я сам скажу. Я сани сломал. Так. Ну, не пополам, конечно, сломал. Мотор запорол, три цилиндра. Лом завтра будет готов. Завтра? Ну, через два дня. Чего ты на меня так смотришь? Через четыре дня-то будет. Через пять, через шесть. У нас всего 10 дней хорошей погоды. Это в лучшем случае. Так, приятная новость. Начальника зимовки к микрофону, Москва. Ну вот вам и третий. Как же это получилось, мастер? Да кран ослаб и получилось. Сам ослаб? Сам ослаб. Я поставил шайбу, сделал натяжку, в буртик уперлась, я закрепил гайку туго. Ну, короче говоря, сколько цилиндров запорол? Три. Крепко? Крепко. Вот от этой слабины все и пошло. На ходу взял и открылся. Слабины, слабины. А что ж ты мне тут спектакль разыграл? Лень, дай я доскажу. Вот не выслушает, а машет. А ведь у меня все из-за этой слабины и получилось. В буртик же гайки поменял. Слушай, какой буртик? Я все равно ничего не понимаю. Буртик не понимаю. Москва! Москва! Говорит бухта радостно. Говорит бухта радостно. У микрофона начальник зимовки товарищ Летников. Слушайте. Пламенный комсомольский привет большой земле. Сегодня у нас радостный день, товарищ. Впервые после долгой полярной ночи установилась хорошая солнечная погода. Мы только что вернулись с лыжного пробега. Мы проверяли трассу и готовность зимовщиков к походу. Состояние зимовщиков превосходное. Трасса не оставляет желать лучшего. На завтра назначен выход геологической экспедиции на поиски олова в отроге Ялмако. Экспедиция выходит в составе 4 человек.
Транспорт, собачьи упряжки. Есть ли восточный склон, Ялмахо, оправдает наше предположение, то через 8 дней мы сможем рапортовать о выполнении основной задачи, поставленной перед коллективом «Бухта Радостная» нашей социалистической родиной, нашей партии и героическим комсомолом. Теперь несколько, так сказать, частных сообщений. Подожди-ка минуту. Ну вот, время кончилось. Мы с Торбеева пошел. Вот жалко. Ну что у тебя? А вот что, два национала в полном параде. Вот. Смотри, товарищ начальник, вы послушайте, что я вам скажу. А без паники можно? Так как же, два национала в полном параде. Где? Вот они. Входите, товарищи, не бойтесь. Чего? Едьте к Тумфот. Да? О чем они говорят? Они говорят, что они из поселка Кениску, и что у них умирает человек. А кто этот человек? Менин Инген Клауль. Уракаке тепесеть вирт. Сельсовет. Кэвэ. Председатель сельсовета. Алькаука Тумхот. Петя, организуй что-нибудь горячего. Есть. Винен Моргинан. Ребен Ранидик. Столик Каста Кувакот. Как же быть теперь? Придется, Женя, тебе поехать. Это я понимаю. Я говорю, как с экспедицией будет? В экспедиции выходим во всяком случае. И не позже, чем завтра. Вот, сэр, давай так. Кениску. 400-450 километров. Так. Сколько дней они добирались до нас? Тумхот. Ядко нанко тилик. Да, потом мы тебя нанко тилик. Кейва. Четверо суток. Как это долго? Да, это долго. Лёнь, сколько тебе надо? Часа 2,5. Ну, завтра в 7 утра вылетай. Есть. Женя. Да? Летишь с бугуном. Хорошо. В экспедицию отправляемся я и Ося. Есть. Начальником зимовки оставляю тебя, Курт. Есть. Метеорологом... Ну, метеорологом остается Малибога. Есть. Саша Рыбников со мной летит? Нет, Саша остается в зимовье. Несправедливо получается, Илюш. Вполне справедливо, Саня. Ты не волнуйся, тебе и здесь дела хватит. Останешься в распоряжении Курт Шефера. Есть. Все.
сюда, Белков! Белков! Фу, фу, фу! Тебе придется помочь. Будешь за ассистента. Погоди, погоди. Куда ты? Подожди-ка примус, вскипяти воду. Леня, дай кохр. Еще. Еще. Пинцет. Эх, батенька мой. Ну то, что на сахарные щипцы похоже. Лигатуру. Женя, я забыл, что это. Почему я только тебя учила? Вот лигатура. Сказала бы просто Нивка. Крючки. Ну? Держи. Нет, нет, правой рукой возьми сюда. Так. Вот. Так, консервы, бисквит, шоколад, салфетки, бокалы, масло. Куда пропало масло? Чем взволнованы, сэр? Простите, но к столу не хватает масла. Масло? Да. Масло уже в нарде. В нарде достать? И не пытайтесь доставать, все уже упаковано. Сверху мука, веревки. А как же прикажете изготовить тартар? Какой там тартар, когда у вас к столу не хватает цветов? А вы тартар, просто даже смешно. Ах, вам угодно цветов? А как же? Угу. Извольте. Роза. Глициния. Первые весенние, так сказать. Прекрасно. А это? Салфет. Ну, замечательно. Так гостей можно к столу. Гостей к столу не пускать, не готов крушон. Да, но гости рвутся. Не пускать, не пускать. А они рвутся. Ну, рвутся. Займите их музыкой. Есть занять музыкой. Готово. Гости к столу. Разрешите представиться, Иосиф Карпункель, метеоролог. Илья Летников, геолог. Очень приятно. Прошу, прошу, прошу. Вы, кажется, открыли олово, я слышу. Как? Кто он сказал? Да, мне сказал ваш друг Карпункель. Ах, негодяй, вот негодяй. Что? Прошу! Тося. Я поднимаю.
Алло, алло, говорит Кинеску, говорит Кинеску. Бухта радостная, говорит Багун, алло, алло, Кур, ты слышишь меня, Кур, алло. Операция прошла удачно. Были затруднены. Четвертые сутки плохая видимость, туман. Давай сводку. Как там у вас дела? Вернулся ли Ося и Илья? Перехожу на прием. Моли бога, неси сводки. Курт, Курт, смотри, Рекс! Один вернулся. Я вот что еще хотела передать. Что там, Леня? Видишь ли, какая штука получается. Сейчас, видимо, придется вылетать. Куда? На Эл-Махо. Почему? Там у Ильи что-то приключилось. Да говори ты толком, что ты тянешь, ну? Толком я сам ничего не знаю. Вернулся Рекс. Один с оборванными костромками. Кур считает, что следует вылетать. И я того же мнения. Вот все. Ну что ж, я сейчас недолго. Женя, а я как раз думал, что тебе не следует вылетать. Погода... Нет, этого ты мне не говори. Да здесь мне и делать-то нечего. Ну а ты представь, что если... Нет, и не говори, и не проси. Стою, как неожиданно расстаться пришлось. У начальника нашего, видно, не все хорошо на разведке. Полетим к Ял-Махо, к Черному озеру, знаешь? Знаю. Вот как долетим, будем радировать. Ты жди. Хорошо. Летникову передам о твоем желании попасть в Москву. Можешь быть спокоен, он тебе поможет. Смотри, Таюй, делай все, что я тебе говорила. Раньше срока не вставай. Ну, до свидания, Таюй. Счастливо, Женя, спасибо. Товарищ Летников, спасибо, передам. Хорошо, передам. Ну, я готов. Смотри за камнями!
Осенька. Живой? А ты какого? Отправляй собаки. Говорит бухта радостная, говорит бухта радостная. Алло, алло. Багуна Хременко, дайте о себе знать. Не слышу вас, Багуна Хременко. Багун, багун. Алло, алло. Алло, алло, Багуна Хременко, дайте о себе знать, дайте о себе знать, Багун, Багун, Багун. Багуна Хременко, дайте о себе знать. Что они тебе дадут знать? Угробились они. Понятно? Тебе помолчать нужно. Алло. Алло, Багуна Хременко, дайте о себе знать. Дайте о себе знать, Багуна Хременко. Не слышу вас.
что, Петя? Я говорю, может, они и не угробились. Может, где-нибудь заплутались и летают. Может, черт может. Пошутил, чудак. Не такой Ленька Багун парень, чтобы угробиться. Вот и я так думаю. Ты перекусить ничего не хочешь? Нет, перекусить сейчас не удастся. Куда я ключ задел, а? Ну, вот этот. Во-во. Ну, я опять к саням.
ложись, Ника! Чего? Самолет-то как? Внимание! Контакт! Выключи! Ну, рыжая, если уж и на этот раз не заведем, придется нам с тобой пешком добираться. Давай-ка в кабину. Внимание! Контакт! Есть контакт. Выключи. Выключено. Кольца есть? А зачем тебе кольца? Мотор перебрать надо. Да там на 3 дня ремонт. Что? Ну на 2 дня. Что на 2 дня? Ну день, ну занято на ходу, лечь колосочка искать поедем надо. На поедем, Лёнь. Вот давно. Восточная гряда, 14 апреля 1962. Мы, Илья Летников, Иосиф Картункель, производили геологические изыскания в районе гряды. Нашли признаки олова. Олова нашли. Оборотка! Да подожди ты, дальше войну! В 6 километрах от этого знака на восток от ущелья, там гурень. Во время обвала потеряли собак.
Идем на зимовку радостные. Имеем продовольствие на два дня. Какого это? 14-е. Сегодня 15-е. Нет, сегодня 16-е. 16-е. Илья, два слова по секрету. Только сразу скажи, просьбу мою исполнишь? Нет. А ты ж не знаешь, о чем я попрошу. Да знаю. Как хочешь, Илюш. Только через рыбаки тебе со мной не перейти. А, философия. Вот, рассердился. Я думал, ты другого мнения обо мне. Так и знал. Ну, а знал, нечего было говорить. Так вот, ешь. Не в коня корм. Ну, давай, давай, брось. Что за разговор? Пополам. Ну? Шумит. Что? В ушах шумит. У меня тоже. Слышь? Да? Ничего не вижу. Илюша, смотри туда! Сани! Ага. Видишь? Вот. Да, Сани! Давай скорее, Юша! Лыжи, 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 смотри! Сани! 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 Я так думаю, Илюша, что их совсем могло не быть. Да, это верно. А вот лыжи жалко. Лыж, конечно, жалко. Но мы и без лыж дойдем.
Вот. Ты забудь, что я тебе наговорил. У меня, брат, еще силы хватит. Ну, пошли. Да. Вот. Вот. Ну что ты? Что? Выходит, похвастался. Оставь меня здесь. Оставь, прошу. Ладно, помалкивай, помалкивай. Давай руку. Ой. Вот так. Давайте обратно. Куда? Загоните-ка в дом. Они пошли через перевал. Так миль на 10 ближе будет. Там искать нужно. Ты слышишь меня, Леня? Да, через перевал, конечно. Очень прошу, не теряйте друг друга из вида. На щите трещин до черта. Ну, ты сам знаешь. Пойдем с вами. Поехали. Ну, у меня все готово. Да? Да. Рыбник, вот тебе маршрут. Ну, счастливо. Пришел. Ну что молчишь? Подвел меня начальник. Теперь хорошо, все собрались. Да, брат, все семеро. А вы чего тут сидите? Ничего, ничего. Будьте как дома. Ничего. Пожалуйста, садитесь к столу. Чего там? Спасибо. Все же свои люди. Как, Илюш? Самочувствие как? Ничего, теперь живем. Только чай. Петя?
Здравствуйте, товарищ начальник. Здравствуйте. Леня? Да? Как Ося? Ничего, Илюша. Ося поправится. Ты пей кого-то. Курт? Ну как? У меня все хорошо по-старому. Все дымишь. Угу. Образ глаза-то у тебя. Да. Устали немного. Ну, рассказывай. Новости. Какие новости? Два раза вызывал тебя Москва. Интересовались работой? Ага. Будем рапортовать. Вот что? Что я хотел? Где? Куда положили ось? А, Женя. Здравствуй, Женечка. Здравствуй, Илюша. Ну как? Как твой Чукча? Чукча? Да. Ничего, управляется, будет жить. Хорошо, молодчина ты у меня. Леня? Ну как летал? Что ж, неважно летал, Илюша. На обратном пути попали в пургу, стал пробиваться вверх, мотор сдал. Пришлось садиться. Ну ничего, сел. Машина целая. А к зимой мы ее доставим. Теперь спокойно, живо доставим. Что? Чего? Живо доставим, говорит. Все живо и живо. Видел твои сани. Где? Хорошо бегают. Где? А вот так. Но это потом. Радируй курт на материк. Напиши, что Чукча поправляется. Напиши, что в районе Ялмахо открыто хорошее олово. В большом количестве. Очень хорошее олово. Напиши. В трудных условиях метеоролог Карфункель проявил исключительное мужество. Илюша, тебе лечь надо. Сейчас. Ну,
Вот что, Курт, передай на материк все, что я тебе говорил. Передай, что Осип умер на посту. Все. Перестаньте плакать. Где вы их нашли? Тут недалеко от дома. Тут с полкилометра на снегу лежали. О, братка. Женя. Я, Илюшенька, я. А вот ложиться-то не надо бы. А то, пожалуй, и не встанешь. Встанешь. Обязательно встану. Милый ты мой, хороший ты мой. Помогите мне раздеть его. По-видимому, воспаление легких. А если орел, значит, я остаюсь. Третье, самое верное. Фу, опять гадает. А хоть бы гадает, только что. А то, что все равно не оставит, напрасный труд. Ах, ах, ты все знаешь. Угу, я все знаю. А ты вот скажи, где твой чемодан, вот. Кровать у меня стоит. Вот, все люди собрались, а ты так, видишь ли, что-то особенное представляешь. Я знаю. Остаться затеяла. Ох, ты все знаешь. Скажи-ка лучше, орел или решка? Ну, орел. Стой, решка. Видал? Вот меня-то и оставит. Образка. Что это? Ну, оно твой пятак. Жулила, наверное. Конечно, жулила. Веня! Пойди сюда. Ты, кажется, интересуешься? А что, есть сообщение? Есть сообщение. Давай скажи. Куда? Сообщение-то в адрес начальника зимовки. Ах, вот что. Да. Ну, так давай я отнесу. Наступай. Эй-эй-эй-эй, я смотреть-то нельзя. Вон куда забрались. Женя. Ты у меня ходить много стало, Леша. Пора, Женечка, время. Выздоровел, значит. Так. Читай-ка. Разлетаются птенцы, кто куда. Ну-ну. Курт Рыбников в распоряжении Севморпути. Вот как. Моли Бога на усмотрение начальника зимовки. И что? Начальником зимовки остается Летников, Багун на Диксон, Охременко на Диксон. На Диксон? Да. Красиво, кажется. Неужели трудно было оставить? Погоди, Женя.
Смотри-ка. Всем зимовщикам предоставляется полугодовой отпуск. Видишь, домой, может, поедешь. Да уж, конечно, поеду. Старикам своим поеду. В Полтаву. В Полтаву? В Полтаве теперь хорошо. Там поди сады шумят. Яблони, вишни. В Полтаву хорошо. Да уж, в Полтаве хорошо. Женя, почему не хочешь ехать? В Москву заедешь, в планетарий вместе пойдем. Хорошо, Таю, пойдем в планетарий. Корабль-то скоро придет. Корабль скоро придет. Смотри. Что-то ничего не вижу. Ага, вот теперь вижу. Петлит. Сумасшедший. Опять петлит. Не туда смотришь, вот. Цветочек разыскала. Разыскала. Встречать собралась. Да, встречать собралась. Ну, беги, а то опоздаешь. Так. Значит, уезжаешь. Ага, уезжаю. Когда я говорю, уезжаешь, значит. Ага. Вернешься летчиком или геологом? Летчиком. Вот как. А я вот решил остаться здесь. Работать будем. Горы ломать, дорогу проложим, асфальт. Будем биться, чтоб сады поднялись, да шумели бы здесь, как в Полтаве. Так Оси наш говорил. Мечтал, конечно. Валёмеркин. И? Хорошо говорил. Разрешите доложить? А, Прокоп, это что ж такое? Да вот нашла здесь. Лёнь, нас с тобой на Диксон. На Диксон? Вот это хорошо. Женя! Да? Вот Женя. Это хорошо. От тебя в распоряжении сев Маркуси. Тю! Так это я буду на Диксоне. А вот это надо меня попросить. Ну, с тобой-то мы договоримся. У меня, брат, живо! Опять живо. Корабль-то вы видели? А как же, не только видели, переговаривались даже. За ручку с капитаном взял. Вот гляди-ка, ну-ка. Вон туда. Говорит, сами с мамой, понятно? Вот и лагерь тебе, вот и лагерь. Сани, сейчас сани, а самолеты на санях ехают. Ну, Илья, время. Ауфи дерзей. Дорогой товарищ, ну что ты, дрова тащишь, что ли? Ух ты! Пошли, Женя! Давай туда!
Товарищ начальник, там вас спрашивают. Кто? Радист. Саша, привика. Под банку там поставьте. Ну где же? Да вот только что был, ушел куда-то. Обождите, я вам сейчас. Ладно, давай скорее. До свидания, Илья. Женя. Уже? Да. Так и не удалось поговорить на прощание. Да. Вот что я хотела тебе сказать. Товарищ начальник, вот. Ага. Ну-ну. Да, тут вот. Я говорю, цветочек, смотри, до сих пор живой. Ну, будь здоров. Не хворай. Лечить-то некому будет. До свидания, Илья. Ну что ж, поцелуемся, что ли? Женя, рада, что уезжаешь? Рада. А просила оставить. Я специально запрашивал. Вот ответ. Врача Охременко оставить в распоряжении. Товарищ начальник, разрешите остаться. А ты как думаешь, Петр Мартынович? Я думаю, в самом деле, оставим. Ну, раз ты так думаешь, придется оставить. О, брат, как понятно. Ребята! Ребята, Женины вещички давай! На твою Женькины вещи давай! Давай быстрее! Ну как вода? Вода как вода. Блин, пожалуйста. Ого, есть, Петя.